12 июня в честь праздника «День России» с Каспийска была отправлена очередная партия гуманитарной помощи участникам СВО на территории Украины. Организаторами сбора гумпомощи также выступило Каспийское местное отделение партии «Единая Россия» во главе с Абдулвахидом Джаватовым. Сегодня большой праздник. Всей страной мы отмечаем этот праздник. И в этот день мы решили особо отметить наши отношения к стране, к родине и к фронту, и всему, что происходит в данное время вокруг нас. Мы решили поддержать наших бойцов очередной раз и отправить гуманитарный груз. Это вторая партия вчера, сегодня за эти два дня. По словам председателя собрания депутатов города Каспийска Абдулвахида Джаватова, груз был полностью собран по желанию солдат Западного округа. Отметим, что на данное поручение представители партии отреагировали моментально и собрали все необходимое. Буквально пару дней назад мы получили просьбу, пожелания от наших бойцов. Мы быстро собрали и теперь отправляем в добрый путь. В день России показать всем, что мы одна страна, что мы одно целое.